Итак, ребят, всем привет, с вами Борода. У нас новая игрушечка зашла, Lost in Blue. Игра для телефонов. Выбираем персонажа. И поехали. А, класса нету. В принципе, важна лишь составляющая расы и пола, и все. Так как мне, в принципе, без разницы, за кого играть. Так, меня кто-нибудь слышит? Хоть кто-нибудь... Мы потерпели авиакрушение. Я предполагаю по геймплею, что игра очень сильно будет напоминать нам Last Day. Либо же какую-то из игр в этом духе. Хорошо, забрали. Нам тут предлагают похилиться. Ну, это классическое обучение, которое просто нужно перетерпеть. Так, хорошо. Мне нравится, что... Есть полная настройка под BlueStacks. То есть, вы знаете, я играю с ПК. И вот я зашел. И здесь уже полностью все есть готовенько настроено. Так, кокос как водичка. Хорошо. Без вопросов. Давайте-ка посмотрим, что у нас в этом кейсе. Тут можно сразу же забрать и не заходить. Да? Совершенно верно? Да, отлично. Это очень удобно. Так, пушечка лежит. Давайте заберем. Мушку, я думаю, можно пока вообще убрать. Файт на пробел. Вот я не знаю, единственное что, почему ставят на пробел, и сразу же мы встречаем зомби. Быстро нажимаете, чтобы сбросить мутанта. Хорошо, сбросил. И сразу же я его убиваю. Отлично, 20 очков опыта мы получили. Давайте-ка осмотрим ее. Так, ну что... В принципе, как по мне, весьма неплохая игра. Вы знаете, что я люблю этот жанр игры. И с этой игры начиналось все на моем канале. Ничего себе, они мутировали. Здесь тут целое стадо, и там один даже с топором. Ничего себе, а как я их убью? А, они прям шотные все, я понял, они легенькие. Кроме чувака с топором. Хорошо. Отлично. Очки боевых мастерств, опыт и все остальное получено. Так, у меня тут товарищ, получается, есть. Хорошо. Меня прикрыли. Спасибо большое. Так, и я, наверное, сначала подлутаюсь. Так, все, здесь только два моба осталось, из которых есть лут, и все. Джейн, еще выживший? Ну да. Она подозрительно смотрит на вас. Спасибо, что спасли мне жизнь. Что это за место? Где все остальные? Нет времени на разговоры. Выстрел мог привлечь других мутантов. Иди за мной. Скорее. Хорошо. Так и сделаем. Только я все-таки на пути буду лутаться немного. Поперой это все равно пригодится. Бегу, бегу, бегу. Хорошо. Так, у него уже тут и лагерь есть. Это электрозабор должен... Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, эти твари, мутанты... Забор должен был удержать мутантов снаружи. Но рухнувший самолет проделал дыру в заборе. И теперь мутанты ползут внутрь. Возьмите бензопилу вон там и помогите мне разобраться с ним. Но только без глупости. Видели же, что случилось с тем мутантом. Ну, давай. Поехали. Ничего себе, имба. Крутяк, слушай. Ничего себе, имба. Так она сразу 20 человек бьет. Мне даже невыгодно поодиночке их убивать. Хорошая бензопила. Мне нравится. Не расслабляйся, снаружи есть еще. Нужно починить электрозабор, пока не стемнело, иначе будет не до сна. Я займусь распределительной коробкой. Возьми набор инструментов и почини забор. Быстро, иначе нам конец. Окей. Иду. Забрали. Бегу чинить. Я уже рядышком. Так, ну у меня все в порядке, Джейн. Как слышно. Теперь дело за тобой. Hello. Она начинает быстро ремонтировать распределительную коробку. От оголенных проводов во все стороны летят искры.
Проводка в распределительной коробке испорчена, монстр уже слишком близко. Берите-ка оружие и постарайтесь потянуть время. Окей. Еще оружие. Но нам тут вряд ли что-то оставят. Это так дает нам возможность что-то попробовать. Чисто для тестов. Не более. Давай, давай, давай. Ну, вряд ли, кстати, нам хватит на всех патронов. Но мы попытаемся. Есть. Хотя бы полутаю. Какой большой. Ну давай. Он же своих даже убивает, мне помогает. Это хорошо. Так, босса мы убили. Отлично. Нормальный вольтаж идет. Прям они не проходят никак. Пока у меня халявная пушка есть. Она же халявная, я так понимаю, да? Можно воспользоваться этим моментом и подлутаться. Эта коробка, кстати, не лутается. Я просто уверен, что у меня ее заберут. Могу ошибаться, конечно. Но мы прекрасно знаем, что ресурсы в данного жанра игр никогда не бывают лишними. Так, инструмента у меня нету, это мы прекрасно знаем. Ну, на первое время там какую-то палку скрафтить мы насобирали. Даже, я думаю, на топорик бы хватило. Но идем к Джейн. Она по-любому за мной соскучилась. У вас наверняка много вопросов, но сейчас самое главное — это отдохнуть. Тут не часто выдается передышка. Всю ночь монстры выли, не переставая. Пришли в себя. Остров полон опасностей, так что вам надо научиться выживать. Джейн, как мне покинуть это место? Тут все сложнее, чем вы можете себе представить, так что не советую задумываться о побеге. Только взгляните на свое снаряжение, у вас нету ни шанса против этих монстров. Возьмите этот молоток и соберите куски ткани с монстров, чтобы сшить одежду. Окей. Спасибо. Мне нравится, что здесь в ходе обучения дают тебе протестировать разные виды оружия. Это неплохо. Это мне нравится. Так, хорошо. Есть кусочек ткани. Давай. Предмет может сломаться. Хорошо. Создать. Ну, давайте-ка посмотрим, что у нас тут за меню крафтом. Куртка выжившего. Давай, подойдет. Хорошо. Штаны. Так, а на штаны у меня рецепта, походу, нету, да? Ну, давай сейчас пару мобов убьем, как это всегда бывает. И выполним этот квест. Так, в прошлый раз сумка была неактивна. Ну, а теперь, как мы видим, все даже активненько. Хорошо. Так, создать. Так, уже и штаны можем сделать. Делаем. Отлично. Штаны есть, куртка есть. Ух ты, у нас тут новый монстр. Ничего себе, его разорвало. Не повезло, так не повезло. Хорошо. Давайте-ка мы его подлутаем. А, отлично. Так, в рюкзаке у нас что? Бинты. Так это мы знаем. Есть такое дело. Хорошо. Лишние материалы можно сложить в хранилище, оставить все. Окей. Для укрепления лагеря нужна древесина. Как насчет раздобыть немного древесины джунглей, чтобы мы натесали досок? Из досок можно создать оружие, оно пригодится. Да, без вопросов. Так, однажды я поклялась внести свой вклад в науку, но теперь не знаю, во что верить.
Так, окей. Давай сделаем топорик. Есть такое дело. Базовое снаряжение, базово везде. В любой игре данного типа эти вещи присутствуют. Поэтому мы, игроки с вами бывалые, и все это знаем. Поэтому для нас это явно не проблема. По одной единичке опыта падает. Хорошо. А мне уже типа предлагают все закончить? Этого достаточно? Серьезно? 3 кусочка древесины более чем достаточно для укрепления лагеря? Нормально. Она, смотри, иду к спальную кроватку нам подготовила. Какая умничка. Я прям поражен. Так, плотный... плотницкий верстак. Окей. Окей. Не самое лучшее, конечно, место для этого, но... Коль уж нам указывают поставить его здесь, то давай. Так, завершить бесплатно. Неплохо, хорошо. Собрали, забрали, все окей. Рюкзак. Молоток. Даже улучшить можно, ничего себе. Это круто. Вот такого я ранее не встречал. Чтобы так легко можно было улучшать просто с древесины. Это мне нравится. Это что-то новенькое. Хорошо. Боеспособности. Так, ну давай додадим. Хорошо, шанс на попадание. Есть такое дело. Так, ну что, Джин, я готов к твоей следующей задаче. Отлично, вы освоили все основные основы боя, но есть и плохие новости. Дело в том, что крушение самолета не только разрушило лагерь, но и еще поставило на уши всех местных монстров. И теперь на нас наступает толпа мутантов. Толпа мутантов? Название говорит само за себя. Толпа мутантов — это особенное перемещение островных монстров. А может, не такое и особенное. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот бинокль. Окей. Hello. Так, ну пошли посмотрим. Так, ну здорово. Ну это понятно. Токсичные волки есть, хорошо. Куда же без токсичных волков? Даже не так, гончая мутант. Хорошо. Была гончая мутант и нету гончая мутанта. Это ж не проблема, правильно? Так, это все мы забрали, пошли. Я буду и дальше удивлять Джейн. Привет. Теперь-то вы понимаете серьезность нашего положения. Чтобы справиться с монстрами, нужно укреплять лагерь. А для этого нужна древесина. Думаю, с этим я справлюсь. Я в этом не сомневаюсь. Да если чересчур полагаться на прежний опыт, это может выйти боком. Вот, например, Колвин Гуль. Он превосходит любое творение природы силой, ловкостью, выносливостью и сопротивлением. Кажется, у него вообще нет слабых мест. Таких как он, лучше вообще не подпускать к себе. Пытайтесь держать дистанцию, а для этого очень полезен навык удар. Спасибо большое. Я понял, надо изучить навык удар. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, ага, это не то. Так у меня нету такого навыка. Что ж я сделаю? Ладно. А, вот он, да. Удар. И какая с него польза? Чё-то я не понял. Но немного сильнее остальных. Окей. Но я не скажу, что прям вот сверх. Так, хорошо. Пошли дальше. Мы покинули свою локацию. Ага, видите, как здесь сделано? А здесь нету общей карты. Ты просто выходишь и заходишь в локацию. Неплохо. Это уже первое... Нет, наверное, второе отличие от всем известного Ласдея. Ну, пока мне нравится, неплохо. Я так понимаю, здесь и энергия тогда не нужна. Лишь бы тебе хватало для хила. Ресурсов, все остальное, в принципе, тогда будет и не важно. Но это неплохо, это неплохо. Еще и с одного удара всех убиваешь.
Так, а вот еще одна выжившая. Ну, привет. Не подходите, иначе брошу камень. А, минуточку. На мутанта вы не похожи. Ха, я и не надеялся встретить здесь еще человека. Ты должна быть Клэр. Хорошо, что ты в порядке. Джейн просила найти тебя. Понятно. Приближается толпа мутантов. Нужно возвращаться. Но прежде мне надо добыть материалы, с помощью которых я буду сражаться. Я знаю, где он. Он в ящике неподалеку. Военный сундук, спрятанный Джейн, должен быть там. Ну, давай поищем. Веди меня. Кабан-мутант. Да тут сплошь и рядом одни мутанты. Нормально дамажит. А если я вот так вот дам? Вот так вот неплохо. Хорошо. Ну, пока я всех свергаю. Пока я молодец. Посмотрим, что здесь в ящике нам припасли. Так, взять все. Хорошо, пошли. Быстро живы. Так, дайте взглянуть. Водонепроницаемая ткань и еще что-то. Сигнальный пистолет. С ним можно подать сигнал о помощи. Возможно, так нам удастся покинуть это место. Покинуть это место? Джейн вряд ли этого захочет. Идем, пора возвращаться. Пошли. Вроде бы сказали, идем, пора возвращаться, и заставляют нас дальше работать. Ну, что за несправедливость? Что нам надо везде все делать? Хорошо. Теперь достаточно. Тогда давайте вернемся. Джейн, должно быть, очень волновалась. Пошли. Так, с этой стороны еще выживший есть. Братишка, ты куда уходишь? Ты свой или не свой? Что за парень? Хм. Так, пошла рекламка. Долго они и так ждали с ее появлением. Удивительно. Где Джек? Кто я? Я не могу поступить так с Клэр. Джейн, это я. Мне удалось найти нечто замечательное. Эй, Джейн, снова не в себе? Джейн ведет себя странно. Джейн, да, верно, Джейн, это я. Теперь вспоминаю, точно. А вам нужно поставить палатку и построить ящик для хранения. А вскоре вы сможете построить много других сооружений. Не хочу показаться хвастуньей, но я с пеленок создаю инструменты. Я покажу вам, как это делается. Но вначале принесите мне древесину и камни. Так. Изготовить. Завершить бесплатно. Собрать все. Окей. Куда еще надо? Нужен новый верстак? Ну, конечно. Я бы там не хотел его ставить. Вот тут можно. Вот так вот. Хорошо. Задание выполнено. Отлично. Так, лишние материалы можно оставить здесь. Хорошо. Ремонтировать. Даже ремонтик есть. Просто супер. Это означает, что оружия будет хватать всегда. Hello. Нам не помешает план Б. Так, на всякий случай. Если что-то пойдет не так. Именно. Хотя... Полной безопасности на этом острове, разумеется, гарантировать нельзя. Мы можем хотя бы попытаться подготовиться. На пляже пришвартована лодка. Возьми с собой Клэр и узнай, на ходу ли она. Так, хорошо, ребят. Узнаем об этом в следующем выпуске. Игра вроде как зачетная. И можно ее снимать дальше. Пишите в комментариях, понравилась ли она вам. И играли ли вы в нее уже. Всем спасибо. Пока-пока.